Многострадальная скульптурная композиция «День и ночь» на крыше Одесской мэрии опять разрушается. Женская фигура, символизирующая день, утратила очередной фрагмент. Об этом сообщает корреспондент Украинской службы информации. Отметим, что одесситы не раз обращали внимание на то, что статуя покрылась трещинами. Напомним, летом прошлого года отвалилась часть лица скульптуры, символизирующей ночь. Тогда городские власти утверждали, что статую якобы повредил дрон, хотя операторы квадрокоптеров утверждали, что устройство не может нанести такие повреждения. Некоторое время лицо ночи было замотано скотчем, и только в сентябре этого года его реставрировали.